У нас 27 июля. Вот это у брата Никиты у нас, Колесникова, дом. И вот тут сегодня утром я дал задание, отправил ребятишек с Никитой полоть картошку тяпками. По пути захвачу пару малинок. Вкусные, сладкие. Вот это раньше был тут. Жил дед Павел, брат Игнатия Ивановича Лапкина. У него тут сад целый был. Но мы пока руки не дошли до этого сада. Там все заросло. Но он, конечно, сам тоже запустил уже в последнее время. Здоровья не было. Вот наша Мария стоит. Что-то она с этой веткой играется. Ты ее что обламываешь? Выброси ее и все из рук. Маша, это же корень. Выбросила и все, дальше полу. Что его трясти? Ну и не так же стоять, что ты готова его помыть уже тут водой. Да, у вас тут не густо, я смотрю. Ну что, брат, сделаешь? Такова паства наша. Понятно. Все-таки моя эта ветка у яблоньки засыхает. Походу дело, ее спиливать придется. А вон, которая у меня обломилась там, на моей территории, яблонька. Вон жучки тоже сидят, вон два полосатика. Тут полно их. Вот, три даже на кусту. Таких три, да, я на двух только десятых видел. Сейчас мы займемся этим скоро. Жалко их упускать-то. Летят такие нехорошие. Вот тут еще работы много. Это вообще территория у нас не очищенная. У кого баночка под жуков? Под жуков у кого баночка? Где она у вас? Есть, нет? Здесь нету. Она там около дерева. Дядя Никита вам разрешил яблочки брать, да? Да. Она около дерева. Яблочки. Они вкусные. Почти все с червяками. Они сладкие? Это яблоню явно кто-то грыз. Ну надо тогда это... Явно кто-то грыз. Сделать... А может он такой конфигурации? Нет. Может из них сделать это нам компот и варить? С червяками? Почему? Ну а что с червяками? Там какая разница? В компоте-то они все сварятся. Будут с вареными червяками. Надо попробовать. Оп. Ну это из-за дождей, видимо. Ну, ладно. А ты все быстро к чайку. Смотри, немного издалека. Ну ладно. Слава Богу за все. Аллилуйя.